А вот такие кадры нам сегодня пришли из Яринги. В деревне Ленского района в эти дни жители передвигаются исключительно на лодках. Яринга отрезана от большой земли. Трижды в неделю на территорию завозят продукты питания. Прошлый год ремонт сделали. Вот сейчас все. Обои все замочило. Печка облупилась, там вся глина обвалилась. В этом году затопление такое же, как в 1974 году, что в домах у нас стоит на поселке вода. Вот пока у нас тут на бару воды нету в домах, но все сараи, все бани, которые чуть ниже, у нас все затоплены. В них невозможно мыться, невозможно подойти. В Ленском районе развернут пункт временного размещения. Там уже разместилось несколько семей.